Смэш, расскажи, ты недавно совсем снялся в каком-то фильме? В одном классном фильме я снялся, называется «12 месяцев». Вот жду не дождусь, когда же он выйдет на экраны. И самое интересное, то, что я еще написал туда музыку, и заглавная песня, которая называется «Новый мир», это вот как раз заглавная песня моего альбома. То есть вот так все совпало, и «12 месяцев», и «Новый мир», и альбом новый. Вот жду не дождусь, когда все это выйдет. Расскажи, пожалуйста, о чем фильм? О чем? Пока непонятно. Такая веселая комедия. Такая сказочная. И какой же ты роль исполнял в этой комедии? Я месяц май. Май. Отлично. Май. Я, наверное, пойду. Редко нравится, когда... Потому что все равно вот все крутится, и получается прям... Такую... Видишь, мне не стоит. Мне как раз Лена тебе нравится. Вот да. Ну, я, конечно, не очень хорошо вижу, но вижу. Нет, я вижу. Что? Что это тебе? В общем, меня... вы кончик оставляете, да? Вы вот ее накрутите. Вот, то есть, как бы вот микрофон, видишь, уровень ее, микрофон. Диаметром. То есть, мне вот надо микрофон как-то ниже давать. Мне кажется, вот какие-то такие вещи, так, потому смотрите, что... Смотрите насчет блеска. Безумно красивое лицо и очень глаза просто выдающиеся совершенно, если ты их снимешь крупно. Теряю сознание. Как Боярский. Кого? Брюса Виллиса? Брюса Виллиса. Скажите, пожалуйста, а как часто вы предлагаете Брюса Виллиса? Каждый клип. Каждый клип. Ни разу никто не реагировал. Все подготовились к съемке. Приготовились. Запускаем трек. Поехали. Всех моих мыслей, они не нужны. Все это просто вода, сквозь пальцы его, и не знаю я, что будет дальше, сколько еще будет таких же, и мне все равно. Что полетели фото в Инстаграм, похудела ли она на грамм, с кем сегодня он пошел в кино, все равно.